вдохновителем и основателем этого музыкального образования стал Дима Поробов. Через некоторое время к нему присоединился Игорь Статных, и вот с этого дуэта начался отсчет существования группы. Следующим присоединившимся к психии человеком стал Алексей Кинерейш, в будущем барабанщик группы, на тот момент практически гений-техник. Четвертым и в то время последним приобретением стал басист Андрей Зырянов, позже его заменит Андрей Аплетаев. Слегка перелопатив давно и недавно сочиненный материал, «Психия» начала упорно репетировать и играть концерты в родном Кургане. В октябре 98 года случается первая гастроль в Екатеринбурге. К лету 99-го технический уровень и качество подачи «Психии» настолько вырос, что музыканты в одночасье стали культовой группой в родном городе. Время шло, армия поклонников в отдельно взятых регионах росла, группа завоевала пару-тройку призов на локальных фестивалях: «Арт-арена 99 Курган» номинация «X-идея», «Токсейшн 99 Челябинск Гран-при». И в начале 2000 года «Психия» перебирается в Питер. Проверка слуха. Ну а вот сегодня нам настолько повезло, что «Психия» оказалась у нас в гостях. И, в общем, должна признать, что... В общем, это обстоятельство удивительным образом совпало с тем фактом, что, кажется, вчера вы выступали в «Фаусте», не так ли? Да. Я, честно говоря, во-первых, об этом знала, а во-вторых, очевидцем и явным свидетелем этого безобразия является Игорь Лисник, который болтается сейчас здесь, в общем, без своих кислотных зонтиков. Да, кстати, отдельное спасибо нужно сказать группе «Сахара» за то, что они предоставили барабаны для «Психии». Ну вот, с благодарностями будем считать все покончено. Вы подружились с местными музыкантами? Да, конечно. И произошло, я так понимаю, что это не вчера, а задолго до этого. Ну как задолго? Ну мы, да, но мы уже здесь давно же появлялись. Ну то есть, да, наведываетесь вы к нам. Почти рядом живем. Да, с определенной периодичностью. Мы все это успеем с вами сегодня обсудить, если, конечно, останется время от музыки. А тем, кто хотел бы с нами связаться, присоединиться к нашему разговору не только в качестве праздных наблюдателей, но и в качестве собеседников, напоминаю, наши координаты 109994, это телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы, по возможности кратко, четко и остроумно, а также существует пейджер, единый пейджинговый висолинк 777-333, абонент называется Аскорбин, можете присылать сюда свои сообщения, делайте это в течение ближайших 30 минут, но осталось чуть меньше, а для тех же, кто хотел оказаться бы на месте группы «Психия» в будущем, этот пейджер работает в течение всей недели. Заболталась, право, давайте послушаем, как они умеют играть и как петь. Не умеем, послушаем лучше. Да, ну первая песенка будет называться «Слезы». Заберите с собой, костями прибито я сердце душою. Довольный станом, чего ты здесь стоишь? Чего ты здесь стоишь? Чего ты здесь стоишь? Чего ты здесь стоишь? Чего ты здесь?
Называлась «Слезы», признаться, плакать-то не хотелось вовсе. Мы когда плачем, мы смеемся. А меня, кстати, предупреждали, что группа буйная и весьма колоритная, поэтому я убрала от тебя подальше колюще-режущие предметы. И, в общем, студию мы постарались избавить от того, что они могли бы раскидать и испортить. Могли. Надеюсь, что с барабанами все будет в порядке. Может быть. К окончанию программы. Надо сказать, что вы вызываете какие-то странные клинические ассоциации у наших зрителей. Я думаю, что о названии мы сегодня рассуждать не будем. Договорились? Ну, давайте. И вопросы подобного рода прошу не задавать. На связи у нас имеется, кажется, Аня. Алло. Здрасте. Привет. Я слышала группу «Психея» первый раз в мае прошлого года на фестивале «The Power Pim». И вчера в «Фаусте» второй раз. И, как мне показалось, за это время группа творчески очень выросла. Мне бы хотелось узнать, насколько вот ребята считают, повлиял на это переезд в Санкт-Петербург и вообще насколько северная столица влияет на их творчество. Так, ну как бы да, переезд в Санкт-Петербург, конечно, свою самую главную роль сыграл, ибо соприкосновение с той культурой, на которой мы все выросли, то есть именно на этом питерском роке, оно как бы, собственно, наложило свой отпечаток. Ну, мы, в общем-то, как бы учились же играть. Мы же растем, то есть взрослеем, у нас волосы растут, мы растем, все растет. Ум немножко увеличивается в размерах, зубы. Ну и мы вот учимся играть, вот. А тут, да, там мы ездили, да, мы играли на ЗПУП, но тогда мы были, как бы, был только Игорь, был и вот Андрюха был, он тогда на басу еще играл. Ну и мы тогда так отыграли, просто нам сказали, что мы играем black metal. И мы уехали на электричке домой, все такие восвоясь, ужасно задумавшись над существованием собственной группы. Я знаю о вас как о группе бескомпромиссной и, к тому же, как мне кажется, совершенно не меркантильной, потому что мы тут взялись коллективом прикинуть, вообще, чего вам стоят поездки в Екатеринбург, и вряд ли вы здесь отрабатываете, в клубе те деньги, которые тратите на дорогу. Да, мы последнюю рубаху отдаем, питаемся китайской лапшой, да, и играем в переходах, между прочим. Но это не мешает вам творчески расти. Увидеть в переходах где-нибудь, да, чем в каком-нибудь клубе. Да нет, просто мы же как бы сюда заезжаем, когда у нас получается на родину съездить в Курган, а здесь как бы мы уж привыкли на электричках, уж ладно, 9 часов там прокатимся. Весело же общение, бабушки с дачи едут, и мы на концерт. Могу предположить, что бабушки вас не узнают, а скорее пугаются. А вот, но если вас узнают уже в Питере на улицах, да, то есть идентифицируют вас как персонажей, то как ведет себя курганская и в данном случае екатеринбургская аудитория? Ну, в смысле, на концертах? Нет, на улицах. А, на улицах. Курганская. Да как бы, нет, здесь как бы город, он же побольше, у нас же мало там народу живет, 500 000 всего лишь. Ну, относительно мало. Ну, у нас как бы... Автографы просят или нет? Ну, да. Говорят, нет, они не автографы просят, они подходят и говорят, извините, а можно расписаться? То есть, если такой вопрос сразу в голову приходит, в ЗАГС. Кто кому, где, куда, за что, да, и так далее. Ну, я так себе говорю, да, то есть... Ну, да, весь подъезд расписан. У меня мама телефон просто выключает, когда я приезжаю сразу, потому что как бы спать хотят родители. Да нет, как бы публика-то разная везде, то есть люди разные. Но здесь как бы народ, конечно, здесь как бы немножко цивилизации побольше. Здесь все-таки как бы, ну, видимо, может, процентное соотношение-то и такое же, но как бы вот мы в центре в основном тусуемся, в окраинам не ездим, ну, вроде здесь народ помягче как бы относится, то есть пальцем показывает, но не матерятся вслед, а у нас в Кургане иногда еще камни летят, там, ну, мы там воюем иногда даже. Потрясающе. Давайте не будем забывать о том, что у нас все-таки да. Вокально-инструментальная программа, и поэтому перейдем, наверное, ко второй песне. Да, вторая песня будет, мы решили сегодня сыграть так несколько, показать всем, что мы не только умеем кричать, там, несколько прыгать. Показательных. Да, показательное выступление, это верно, это как в фигурном катании. Следующая песня будет называться «Смола». Тронься
глазами чешуя запястья. Поздно, в глазах только холод и страх. Теперь стало модно сжигай в глазах порох, в глазах только дорог и страх. Я знаю, я даю тобой. Вот так вот. Доски-то не полоски? Отменно. Ну, у вас будет время сейчас, правда, небольшое, для того, чтобы устранить неполадки. Надо прямо сказать, мы не настолько бессеребренники, как группа «Психея», поэтому позволим себе заработать немножко денег. И сейчас для вас рекламная пауза. Проверь. Я даже не знаю, как вас представить. Группа откуда? Сейчас уже из Питера? А мы так называемся «Курган-СПБ». Мы решили так называться, чтобы никого не обидеть. Охота на родине не злились и там особо не радовались, что мы наконец-то совсем питерская группа. Они еще не заразились столичным снобизмом. По крайней мере, здесь многие были свидетелями того, как они тщательно подходили к проведению сегодняшнего концерта, к выступлению перед вами.
из 100 песен, мне правильно донесли? Нет, 108, из 100 песен, 108. Из 108 песен, да. Избрали для вас, ну, 5 лучших, 5 пока лучших. Мы слушали только 2, не знаю, сколько еще успеем, поэтому давайте попусту не станем. Называется «Герои Н». Вот ты тряпка, но ты уйдешь не один, с тобой уйдут твои друзья. Ты когда-то посадил, а не ломайся. Тут красиво выбирать, а теперь вместе идиоты все восходят килограмм. Сливай себя сам, не девица, не джинс. Сливай себя сам, торопись. Как это делать? Не мне тебя учить. Ты выбираешь цель при жизни, я продолжаю жить. Разочаровать всех воинствующих психиатров нашего города. На прием к ним сегодня не отправимся. Не потому, что не уважаем их профессию, а потому, что просто для этого нет никаких показаний. Поговорим лучше вот о чем. Как оценила
так сказать, ваш культурный вклад в мировое сообщество. Правда, что вас в Нью-Йорк пригласили? Да, это после того, как мы отыграли на фестивале, такой курёхинский фестиваль, если в памяти Сергея Курёхина, он уже 3 года, по-моему, проводится, вот третий фестиваль был. Был там в Балтийском доме, там, ну, в общем, там 3 дня было, такие куча групп безумно. У нас сначала должны были играть мы в самом конце, самыми последними, и уже мы как бы расстроились. А потом нас, наоборот, поставили самыми первыми, и мы как бы отыграли. Никого просто никто нигде не играл, на 5 сценах ничего не происходило, было на одной. Ну и на нас там все сбежались. Ну и подошел Сева Гакель с Дюшей Романовым, покойным ныне, и с продюсером данного фестиваля. Ну и как-то так, такие, сказали, вы молодцы. Сказали, хорошо. Сказали, пейте в Нью-Йорк. Мы говорим, конечно. Вот, то есть мы получили такое предложение. Но это не знает, то есть надо еще переговоры вести. Наверное, в следующем году мы как думаем, то есть на следующий фестиваль просто, он там, наверное, будет в Нью-Йорке, скорее всего. Вот так вот. Да. Ну, вообще это здорово. Но сейчас у нас на связи Александр. Давайте ему уступим место. Алло. Алло. Говорите. Добрый день. А имеют ли участники группы вредные привычки? В частности, гомосексуализм. Так, в смысле, наверное, все ответят. Но я отвечу первый за себя. Я не знаю, что вы подразумеваете под вредными привычками. Ну, я не знаю. Немножко курим, немножко пьем. Ну и, собственно, все, наверное. То есть, то есть у нас тут вообще у нас сплошной здоровый образ. Человек не курит, не пьет, не пробовал. Почти никто не курит. Мы только вот с барабанщиком вдвоем решили. Это все кончится тем, что просто никто не курит. У нас просто, у нас 2 человека курят, 2 человека пьют. А все остальные, как бы, все их дурные привычки, это просто, да. Да, и Минздрав, кстати, вот. Это нездравые привычки. Минздравые привычки. Они нормальные, да, здравые, но должны пропагандироваться в программе с лечебно-профилактическим названием. Они больше такие гигиенические. Договорились. Да. А скажите, это правда, что вы возите за собой охранника? Ну да, есть у нас такой один типчик. Ну да, он как бы такой... Это не барышня субтильная, которую я там наблюдал вместе это с вами? Она больше напоминает группу. Это его барышня, которая сюда прорвалась нелепыми путями. Да нет, охранник сейчас у нас в Питере остался, у него жена туда приехала. Минуточку, а кто же здесь-то за вами присматривает? А мы решили попробовать сами. То есть надо жить. Ну, получается? Ну да, пока не убили. Пока живем. Вот есть еще подозрение, что у нас, наверное, не хватит времени на то, чтобы попрощаться в конце программы. Поэтому сейчас, видимо, какой продолжительность последней песни? Ну, такая, короче, небольшая. Я думаю, 4 минуты ему будет. Да, вот такая. 3 минуты. Ну, если 3, тогда давайте рискнем и попрощаемся в конце программы. Может быть, еще какой-нибудь вопрос успеем сказать. Ладно, следующая песня. Нет, вообще редактор настаивает на том, чтобы мы проделали это прямо сейчас. Но в 2 словах скажите о том, как прошло выступление все-таки в Фаусте. У меня очень подробный ответ был. И очень много вопросов на эту тему здесь. Так, ну, в Фаусте было супер, народу было много, обычно было гораздо меньше. То есть звук в этот раз был нормальный. То есть мы как бы немножко подрастили. Нам понравилось. И у меня пальцы отнимались после концерта. Посмотрел, там потанцевал еще, попил пиво, было просто, ну, нам понравилось очень. Ну, вообще не вызывает никаких сомнений тот факт, что работаете вы на износ, ну, так да. Держать. На вынос даже, я бы сказал. Ну, на вынос произойдет, видимо, через 4.5 минуты. Да. А в гостях у вас, в ваших домах, сегодня была программа «Аскорбин. Проверка слуха». У нас же, в свою очередь, гостила группа «Психея», которая толком не поняла, где она прописалась. Да. Ну, время покажет. А проверено на слух есть и последняя песня. Последняя песенка будет такая шуточная. То есть это та песня, на которой мы, наверное, скоро будем снимать всякие разные видеоклипы и так далее. Она посвящается всем девушкам. Она называется «Он не придет». Кино, целуй здесь вдвоем, без
может, еще придет. Не-не-не-не. Не, ни за что, никогда.